открываем голову и смотрим. Они реально прикольно смотрят. И идут... Жесть. Как они уставились, черт возьми. Ну, посмотрите на это зрелище. Это реально смотрится прикольно. Так, что с моей головой происходит? Так, ну, вернем обратно, оторвем и уже так покрутим. Ребята стоят и смотрят в небеса. Прибытие Бога. Это Форест, друзья. Мы продолжаем. И что у нас есть еще интересное с этим модом, сейчас мы покажем. Так, можно, в принципе, использовать побольше мутантов, посмотреть, как это все будет дело смотреться. Ну, реально, они просто уставились и смотрят в небо. О, как идет-то. С такой походкой важной. Обалдеть. И, кстати, я заметил, когда аборигены друг друга едят, потом тушка просто разлетается на куски мяса. Это реально прикольно сделать, но нововведение в Форесте, и вот смотрится реально зрелищно. Хорошо, мы респавним еще побольше мутантов, мы посмотрим, какие есть мутанты еще, я покажу, что еще интересного тут есть. Так, у нас весь список есть тут, и буквально все как на ладони. Так, ну давайте по порядку, всех посмотрим, какие есть, возможно, даже какие-то есть новые. Хотя мы все видели в Форесте, нас ничем не удивить. Так, хорошо, мы респавнули всех подряд, секундочку, мы вернемся. Ох ты, меня чуть не убили. Не, реально чуть не убили, мутанты появляются снова. Так, секундочку, мне нужно сделать все-таки нашего персонажа маленько поярче. Ох, да. Сделаем, наверное, все-таки год мод и посмотрим сейчас со стороны. Они просто надо мной бегают все. О, а это что было? Коктейль Молотова, что ли? Они добросили до меня? Ребята, успокойтесь, там какой-то просто заварушка какая-то. Чем занимается? Посмотрим поближе, чем занимаются они. Это реально очень интересно, они друг друга гасят. И походу был коктейль Молотова. А вот и такие маленькие друзья. Кстати, напишите комментарий, стоит мне строить Колизей и участвовать вот такие бои уже. Просто реально, я читы включать не буду. Я включу вам интерфейс, все будет видно. Все будет nice и реально будет круто. Колизей, такие башни красивые. Есть уже наброски, есть идеи. Эти идеи давно уже были. А вот будет реализовываться по порядку. Эй, ребята, иду, так какой голожоп, какая у него задница-то? Тебе не помешали бы труселя. Интересно, какого тебе размера нужны труселя? Идем просто в задницу. Хорошо, это, кстати, не все мутанты, я еще не вижу, кажется, там... Так, какого-то еще мутанта не хватает, давно не играл в Форест, и не помню, да, какого-то не хватает мутанта еще. Хорошо, ребята, вижу, разбежались все в разные стороны, а мы вернем персонажу голову и полетели куда-нибудь, друзья. Я обещал вам показать Форест как на ладони, и сейчас я вам покажу. Это незабываемо, это потрясающий вид, это просто грандиозно. Форест как на ладони. Кстати, я даже вижу отсюда самолет. Довольно масштабно, ну, в принципе, не пока. Это просто песочница, это Форест, это выживалка. Хорошо, куда сегодня полетим, что будем делать? Я покажу, что находится по ту сторону горы, это чуть позже. А сейчас мне все-таки появилась идея, надо все-таки их разорвать. У нас есть много динамита. Кстати, я респавну вот такие фотки. Это, видимо, какой-то клад, и его можно будет найти уже. Если вы знаете, пишите комментарий, потому что я эти фотки вижу в первый раз. Есть другие фотки, потому что там можно респавнуть буквально все предметы. И тут другая фотка тоже, видимо, тоже клад. Но это, кажется, я знаю, где находится, и там реально можно разрыть этот клад. Ну, там просто находится пепси-кола и больше ничего. Ну, по-разному. Хорошо, это дело мы уберем. Что у нас есть? У нас есть мушкет. Интересно, он стреляет? А это просто запчасти. Да, у нас есть катанка, можно устроить уже бои сегодня, но это будет, конечно, отдельный ролик. Я вам покажу Колизей, если вы, конечно, заинтересовались. Так, во сколько здесь всяких разных? Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Это весь список. Это интересно, что такое. Сейчас респанем и посмотрим. Так, ребята появились. Какие-то даже... Спокойно. Ух! Вот это я респанул. Сколько спящих? Секундочку, ребята, стойте на месте. Сейчас возьмем динамит. Будет общее селфи. Ах, да. Можно сделать паузу. И реально так просто сделать крутую... Стоп-кадр. Реально получается прикольно. Некоторые смотрят в разные стороны. Некоторые в мою сторону. Это просто зрелищно, друзья, смотрится. Вон, я вижу, коктейль Молотова чувак бегает. Да, у него мячики. Он просто поджигает мячики. Что ты мне в ухо дышишь? Дышит мне прям в ухо. Сейчас, друзья, рванет. Мы включаем снова замедление. Может даже птицу разглядеть. Ах, они все разбежали в разные стороны, но все-таки парочку мы зацепим. Вот наш динамит. Наша взрывчатка уже на месте. Они разбегаются в разные стороны. Кто куда? И все-таки одного мы цепанули. Просто в мясо. Просто в ноль его. Некоторые стали черные. Некоторые отлетели. Очень смешно смотрится все это, конечно.
Можно сделать очень много интересных скриншотов. Почему-то у меня испарились все деревья. Так это мы... А, мы просто маленько прозрачные. Да, почему деревья испаряются? Ух, как жесть. Форест без деревьев. Кстати, он можно, конечно, устроить. Я показываю, как можно рубить деревья. Но FPS ваш сильно просяет, и, возможно, даже игра просто вылетит. Хорошо, мы смотрим стоп-кадр. В принципе, мяса не очень-то и много. Я хотел, конечно, что-то покрупнее взорвать. Побольше массу. Так, ну-ка, вернем обратно. Ох, мясо, некоторые упали. Сколько разбежались. Реально можно устроить такие бои жесткие. Можно даже устроить бои просто уже с друзьями, респануть и просто реально драться в Колизее. Они снова смотрят вверх. Некоторые в крови. Девчата в крови. Я столько не видел. О, решил бросать меня. Он бросает, он докидывает. Я, походу, горю. Где наша головешка? Вернемся чуть выше. На скорости мы потушим себя. Это точно. Так, мы тушим, тушим, тушим. Потушился мой друг. Он потушился, там что-то горит. Там что-то горит. Там кто-то горит. Сейчас посмотрим чуть поближе. Там уже двое подожглись. Что ты орешь мне по духу? Жесть. Смотрится, конечно, прикольно. Так, у нас тотемчик какой-то. Такого тотемчика я, кстати, не видел. Трава наверху, что ли? Это тотем, что ли? Это череп? Да, друзья, смотрится довольно прикольно. Я даже я такого не видел ни разу. Возможно, я мало играю. Но реально, смотрится очень кровожадно. Что ты орешь? Хорошо, мы включаем снова. Ребята двое... Они просто зажал сгорели. Кстати, один уж у нас большие мутанты, куда они делись? Они просто гуляют уже сами по себе. А другие сами по себе опять докидывает. Это какой-то ночной салют. Так, они снова там один, второй. Так, я горю, нужна мне вода. Мне нужна вода, в форесте нет воды. Нет, есть вода. Сейчас потушим себя по-быстрому. Ух, скорей. Ух, блаженство. Нашу задницу подпалили, ничего страшного. Мы сейчас продолжим. У нас есть еще динамит, сейчас поедем обратно и попробуем еще взорвать. Сделать интересный скоп-кадр и... Куда вы все побежали? В разные стороны. По всему лесу Форуста разбежали Сиберген, мы просто реально размножили их. Хорошо, что у нас есть по списку еще? Сейчас маленько взлетим повыше, ребята не мешали. И сейчас посмотрим. Можно мутантов можно сделать время ночь-день, друзья. Это очень легко и просто. Секундочку. Мы все-таки уберем динамит, мне еще пригодится он. Мы еще что-нибудь придумаем. Хорошо, что у нас есть еще? Можно сделать даже интересный фонарик свет. Освещение фонарика усилить можно, и можно сделать совершенно другой цвет фонарика. То есть, друзья, сейчас я вам покажу. Мы сейчас найдем фонарик. Так, он находится возле катанки. Мы полетели как раз к катанке и возьмем оттуда фонарик. Я вам покажу, как это смотрится и насколько это прикольно. Мне нужна пещерка для катанки. Они даже и тут уже. Вот пещерка для катанки. Так, окейшки, мы приземляемся. Нет, не то, секунду. Нам нужно просто приземлиться. Отключаем год-мотор, отключаем. Все по-честному, спускаемся вниз. И убийство с одного удара. Готово. Хорошо, спускаемся. Чувак, здорово. Я пошел в пещеру. Видимо, в твою пещеру. Так, быстренько спустимся. Так, у нас есть зажигалка. Без проблем найдем фонарик быстренько. И посмотрим, как он будет освещаться. Каким цветом. И довольно будет интересно. Так, как слишком глубоко здесь. Давненько сюда не спускался. О, какой свет-то прикольно сделали разработчики. Кстати, даже веревка изменилась, кажется. Она совершенно по-другому смотрится. Это мое мнение. Хорошо, погнали. Это мы заберем. Хотя, какого черта забирать? Тряпки нам не нужны, мы можем респануть что угодно. Хотя и фонарик тоже можем респануть. Тут у нас есть игрушка. Кстати, можно робота полностью собрать. Да, с помощью читов этих можно полностью собрать и посмотреть уже его вживую. Хорошо, забираемся наверх. Я, возможно, сделаю отдельный ролик про робота. Так, нам нужно на левую сторону. Пойдем в левую сторону. Кстати, у нас не умеет бегать, потому что какой-то глючок, и он перестает бегать. Мы так маленько ускорим. Вот так будет гораздо быстрее бежать. Так, да убери ты эту игрушку. Возьми хотя бы катанку или ракетку. Хоть что-нибудь. Так, походу тут слишком темно, и я не вижу, куда идти. Это, кажется, поднимаюсь. Мне нужно спускаться, по идее. Почему-то форест стал реально очень темный. Он нет, нашел пещерку. Сейчас возьмем фонарик, мы усилим его освещением, и тогда реально будем просто зажигать. Так, спокойно. Фонарик не очень освещает, видимо, эта зажигалка не очень освещает, и я... Ну-ка, зажги. Надеюсь, я спускаюсь вниз. Хотя можно поставить фильтр уже, супер, и тогда будет видно. Пещерка, хорошо. Я иду просто по стенке. Так, нужно пригнуться. Так, мы добрались до катанки. Ух, сколько тут денег. Денег много, нам, по идее, деньги нужны. Можно перекусить, потому что маленько проголодались, но почему-то не пополнилось. Так, вот та самая у нас катанка. Тут много компьютеров у нас, буду знать. Хорошо.
Надеюсь, я это место найду. Можно использовать, в принципе, пистолет. Он хорошо освещает. А у нас нет патронов. Нормально. Есть пистолет, нет патронов. Сейчас мы сделаем с Фарганем вот такой факел. А факел гораздо будет покруче. Так, давай, поджигайся. Ох, совершенно другой разговор. Нужно было делать просто факел. Хорошо, идем ищем фонарик. Тут буквально недалеко. Кажется, я верно иду. Надеюсь, я верно иду. Ну, точно не обратно. О, нашел. Вот та самая дверь. Сейчас мы ее разломаем и забираем фонарик. Кишки, взяли фонарик. Взяли фонарик. И посмотрим, насколько ярко его можно сделать и какой цвет можно изменить. Мы нажимаем F1 и сейчас найдем нужный список нам, который отвечает именно за фонарик. Галочку вот тут, друзья. И можно маленького потушить. А можно даже и прибавить яркости. Ох, реально круто ярко светит. Отключаем и посмотрим. Реально прикольно светит, друзья. Очень хорошо видно. Даже можно выйти на поверхность и освещать. Ух, обалдеть. Вот, понимаю, настоящий фонарик, но, кстати, можно изменить уже цвет. Сейчас посмотрим, как можно изменить цвет. Мы добавляем здесь какие-то цифры, ну, пускай будет, ох, синий даже. Хо-хо, прикольно смотрится. Так, секундочку, сейчас мы это дело уберем, и горит синий. А чё, интересно, как это смотрится со стороны? Сейчас мы это посмотрим. Мы отрываем голову и смотрим со стороны. Обалдеть, друзья. Словно какой-то сканер. Можно даже сделать зеленый, желтый, какой угодно цвет. Давайте же посмотрим, что можно еще сделать. Так, ну давайте добавим, наверное, вот сюда парочку. Вот такой у нас, даже не знаю, какой цвет это. И вот он зеленый. Ярко-зеленый, хотя можно его маленько убавить. И получается вот такой. Ну, такой пускай будет. Не очень-то ярко будет, но, в принципе, нормально видно даже все. Хорошо, отрываем снова голову и наблюдаем, друзья. Вот такой зеленый цвет. Довольно прикольно смотрится, конечно. Освещает, стоит, шевелится. Секундочку, мы почему-то шевелимся. А мы смотрим просто вверх и вниз на потолок, а влево-вправо мы не сможем смотреть. Хорошо, вернем голову, пройдемся, наверное, по пещерке, посмотрим, как этот цвет сочетается с форестом и, наверное, поменяем еще какой-нибудь. Интересно, какой можно сделать? Интересно, можно будет сделать черный? Хотя, наверное, просто выключить его и все. Хорошо, пойдем. Там, в принципе, есть у нас парочку мутантов. Хотя можно даже респануть парочку мутантов прямо уже в пещере. Нам не хватает пещеры мутантов, это точно. Хорошо, все-таки хочу, наверное, изменить какой-то другой цвет. И, наверное, даже не знаю. А если сюда добавить там что-то еще? Ох, такой яркий, желтый вроде бы. Ну-ка, давай посмотрим. Такой лимоновый. На лимоновый все похоже. А если его еще ярче сделать? Сейчас, секундочку, мы, наверное, сделаем. Ух, это довольно слишком ярко. Но можно, в принципе, пройтись. Освещается цвет реально очень красивый. Даже по краям так неровности. Я такого раньше не замечал. Хорошо, мне, наверное, кажется, прибавит скорость, потому что у меня как-то не очень-то и бегает. Вот так маленько прибавим. Так, у нас, по идее, в руке катанка. Я даже не вижу, что у нас в руке. Вроде бы катана. Наверное, все-таки сделаем нормальный. Более-менее яркий, более-менее что-то видно. Да, у нас в руке катанка, можно сделать вот так буквально единичку. И все, все видно прекрасно, что у нас в руке катана. И даже видно, что у нас вдалеке. Ну, пойдем пробежимся. Хотя можно сделать, наверное, зеленый. И посмотрим, как и будут освещаться уже аборигены, мутанты в пещере. И также и на улице. Так, ну что, есть ли есть парочка? Да, есть у нас парочка. Какой ты буйный там. Залез раз наверх. Ну, в принципе, его хорошо видно, да, он хорошо освещается, и видно, вот тут и аборигены есть. Здорово, ребята, как поживаете? Вам тут не скучно в этой пещере? Выходите наверх, там гораздо повеселее, там ваших сородичей гораздо побольше. Кстати, можно, наверное, сделать просто паузу? Да, можно сделать паузу, можно F1 поменять цвет, все без проблем и не спеша можно сделать. Хорошо, наверное, изменим, наверное, пускай будет так двоечка, и пускай будет, ох, красный. Ну-ка посмотрим с красным, сейчас посмотрим. Так, F1 тут где его берем и вернем. Нет, как слишком ярко. Да, не слишком сливается. Я вроде не увеличил. Нет, секундочку, ребята, я отступаю, нажимаю паузу. Я все-таки хочу вернуть обратно, либо что-то менять еще. Так, что можно сделать? Вот такой не очень-то и тусклый. Ну-ка, можно его поярче. Вот так поярче? Нет, вот так буквально чуток. Довольно прикольно, но все-таки зеленым был мне гораздо симпатичнее. Так, это у нас сюда. Даже не знаю, что это за цвет. Заменяем. Обалдеть. Так, мне нужно поменьше. Тут, видимо, у нас красный, зеленый и желтый. Так, хорошо. Нет, не то. Хорошо, пускай будет синий. Нет, синий не пойдет. Это слишком ярко-синий. Кажется, вот тут нужно чуток добавить. Ох, то, что нужно. То, что доктор прописал. Так, нормально. Не бейте, не бейте. Я не бессмертный. Мы убежим просто.
Так хорошо, пойдем в пещеру, хотя можно из пещерки очень легко выйти, друзья. С помощью этого чита можно спокойно выйти из пещеры. Как вы скажете, очень элементарно и просто. Мы включаем, наверное, большую скорость, мы включаем летать и включаем лететь сквозь стены. И полетели. Так, секундочку, я не то включил, это мы его выключим. И полетели. Медленно и верно мы идем на поверхность. И вот, друзья, ух, где мой 400? Прямо возле этих. Хорошо, мы отключаем это дело снова. У нас, кстати, день. А где у нас ночь? Это дело мы отключаем, сквозь стены отключаем и приземляемся. Все нормально. Да, звук, кстати, у нас получается как-то в пещере. Словно мы находимся все-таки в пещере. Идет загрузка. Когда поднимаемся по веревке, идет загрузка. Ландшафта сверху и ландшафта внизу. Это где мы находимся? Походу, здесь не хватает деревьев. Я даже не пойму. О, какая ящерица. Зеленая ящерица. Прикольно смотрится. Ну-ка, стой, ящерица. Прибавить скорость нужно. Сейчас мы будем освещать ящерицу и смотреть уже в стоп-кадре. Куда она делась-то? Реально, зеленая ящерица в форесте. Такого я еще не видел. Она куда-то делась, конечно, жалко. Можно, в принципе, найти и другую, а можно найти даже и аборигеш. Можно респануть и просто сделать даже и ночь. Да, друзья, можно сделать ночь. Это элементарно и просто. Перемещаем вот этот бегунок, и у нас, по идее, должна быть ночь. Но ночи нет почему-то. Солнце у нас в зените. Ну, хорошо, можно, в принципе, другим модом поставить ночь. Сейчас мы найдем Тима. Даже не знаю, мы куда-то перемещаемся назад. Видимо, все-таки нужно было выйти из пещерки своим ходом. То есть прошла про загрузкам. Деревьев нам никаких-то не хватает. Где мы находимся? А, все понятно. Там реально не хватает деревьев. И звук пещеры. Мы словно идем по пещере. Конечно, зрелище не из приятных. Хорошо, что у нас есть еще? Мы, в принципе, наверное, посмотрели многое, друзья. Вы можете сами посмотреть, есть ссылочка в описании, будет на скачивание. Можно так ярко. Яркую ящерицу или такую яркую... Яркого аборигена можно сделать. Давайте разделаем, посмотрим, как это будет смотреться. Так, мне нужен аборигешка. Буквально один абориген, мы его... Давай, несколько. Ох, есть там у нас кролик. Так, секундочку, я респанул аборигешка. Куда они делись-то? Есть кролик, можно сделать зеленого и кролика. Кстати, даже вон водичка зеленая. Ярко светит и реально очень далеко. Правда, у нас ночи нет, ночь в чем-то не работает, нужно просто перезайти. А куда делся абориген? Они, видимо, респанулись у нас там. Видимо, игра думает, что мы находимся все-таки в пещере, потому что по звукам мы реально еще в пещере. А нос самолета у нас, интересно, появился или нет? Кстати, освещается очень далеко, а насколько далеко это видно сами. Так, мне кажется, мы все-таки сдохли. Мы упали и сдохли, и очухаемся неизвестно где. Надеюсь, все будет прекрасно, и мы вернемся. Мы снова в пещере, нас привязали. Все чудесно и прекрасно. Хорошо, мой друг, хватай, хватай топорик. Давай освободимся. И все-таки хочу, наверное, ночь, ночь сделаем. Интересно, а у нас остался? Руби, руби канат. Да, у нас все осталось, все на месте. Можно, в принципе, сделать ночь, а можно походить по этой пещере с помощью фонарика. Ну-ка, включаем фонарик. Ух, да, какой яркий-то, обалдеть. Нет, нужно, конечно, чуть потише сделать его. Ну, кстати, прикольно смотрится, необычно. И, кстати, бьет очень далеко. Хорошо, мы выходим на пещерку, вернее, из пещеры. Где у нас веревка, по идее? А, вот веревка. Выходим из пещерки, друзья. И, наверное, полетим уже на гору. Посмотрим, что у нас на горе, что по ту сторону горы. Рассмотрим, и я вам, друзья, покажу. Выходим так, а там у нас... Нет, там не ночь, что ли? И, кстати, друзья, можно сделать даже снег в форесте. По идее, теперь все нормально загрузилось. Мы бегаем. Да, мы уже бегаем, ускоряемся. Да, все нормально. Все вернулось. У нас дождь. Хорошо, можно изменить даже и на снег. Сейчас мы сделаем снег. И вот, друзья, воля. Нет, это дело, конечно, отключу, потому что зеленый не очень смотрится. Как-то не очень реалистично. Секундочку, нужно просто его отключить. А, просто ставим. Вот так делаем. И у нас, друзья, снег. Снег в форесте. Такой я впервые вижу, конечно. Вы, наверное, тоже, возможно, а возможно и нет. Но снег в форесте смотрится, в принципе, не очень хорошо. А особенно будет смотреться, наверное, где у нас много снега. Это на горе. Интересно, а у нас будет? Так, мне нужно все-таки поменять, наверное, время суток. То есть перемотать ночь.
А ночь у нас не перемоталась. Но. А если с помощью этого мода, сейчас посмотрим. Ставим время. Можно даже ускорить время, но это дело почему-то не работает. Возможно, новая обнова вышла, а обнова чита это не вышло. Хорошо, снег у нас не закончился, он продолжает. Мы полетим, наверное, все-таки к горе. Посмотрим, что у нас на горе, по ту сторону горы. И хочу все-таки прокатиться еще раз на канатной дорожке. Сейчас мы это сделаем. Прокатимся. Довольно будет весело. Так, хорошо, ускорим. Мы разделим уже режим полетом. Я хочу сделать просто канатную дорогу совершенно. Вот, можно отсюда цепануть. И можно цепануть прямо на второй остров. Это будет довольно далеко и довольно будет интересно прокатиться. Хорошо, мы начинаем делать. Нам нужно просто веревкам. И уже цепанем. Так, где у нас канатная? Вот дорога. Дорога канатная. Так, цепанем, наверное, вот тут. А нет, нужно сперва за дерево. Сперва цепанем за дерево, потом уже вернемся сюда и прокатимся. Так, мне нужно, по идее, чтобы деревья не мешали. Так, уже одна тут есть у нас. Одна есть, можно даже... То, видимо, не получится. Хорошо, мы это дело не будем делать, строить. Я потом построю длинную канатную дорогу от самой горы, друзья, и до самой низа. Это будет довольно сложно, ну, в принципе, возможно. Конечно, возможно, и мы летим уже на саму гору. И что там находится, сейчас мы узнаем. Сейчас узнаем, что-то по ту сторону горы. Так, хорошо, можно так приземлиться. Нет, секундочку, не то, нам нужно приземлиться. Только главное не убиться. Только давай, наверное, чуть пониже. Ну так, пониже, пройдемся здесь уже и посмотрим. Вот та сама гора, друзья. У нас, по идее, там находится финал. Я даже не знаю, сможем найти это место, либо не сможем. Либо просто эта локация загружается, и поэтому просто не сможем найти. А вот интересно было бы поиграть в Forest с читами и уже посмотреть финальную концовку с помощью чита. То есть мы замедляем время, мы летим к этому самолету, который падает, и смотрим его со стороны. И смотрим, куда именно он падает. Довольно будет интересно, друзья. Если хотите, пишите в комментариях, я такое устрою. Хорошо, мы полетели уже на гору. Мы включаем уже режим полета сквозь стены, конечно же, и, наверное, ускорим. Так, хорошо, топорик мы все-таки уберем. Мы уберем зажигалку, мы полетим уже без всего. Хотя можно даже просто оторвать голову и уже без головы. Не будем садомазу устраивать, полетели таким макаром. Вот та самая гора, друзья. Откуда у нас начинается все? Да, все начинается у нас где-то вот тут примерно находится финальная концовка. Где-то нажимается кнопка, и самолет падает. Интересно будет, конечно, будет сделать паузу, прилететь к этому самолету, его рассмотреть с разных сторон. Довольно прикольно получилось бы. Хорошо, вот, друзья, та самая гора, конечно, я вам скажу сразу, она пустая. Мы просто залетаем сюда, и тут просто пусто. У нас под нами просто воды. Воды просто море, реально. Мы уже замерзли. Можем, в принципе, прилететь, наверное, сам вверх, приземлиться на макушку. И вот как Forest смотрится свысока. Кстати, можно даже погодные условия, наверное, изменить. Нет, не то. Мы изменим, наверное, на ясную погодку. И должно быть хорошо видно издалека. Видно отсюда кратер, видно всю зимнюю локацию. Видно, наверное, да, вижу речушку, которая идет прямо по центру, разделяющий острова. Все видно, все прекрасно. Кстати, можно вот именно отсюда уже цепануть канатную дорогу и вывести ее буквально вон на тот остров. Реально будет интересно прокатиться. Можно, конечно, и в ту сторону сделать, и по прямой. А можно просто сделать сам кратер сразу же. Это будет интересно, наверное. Хорошо, можно повыше залететь. У нас скорость максимальная, но не очень-то и быстро летает, потому что тут гора реально массивная. Мне кажется, мы уже синие стали. На руки какие-то синие уже. Мы уже замерзли, а по ту сторону горы у нас буквально ничего. Буквально ничего, это просто кусок текстуры. Это просто нарисовано, это не объект, просто нарисовано и все. Можно пролететь сквозь него. Мы, конечно, тут не найдем финальную концовку, которую, по идее, должна быть. Эта локация просто загружается, и мы просто наблюдаем падение самолета и остальное. Остальные прелести. Тут куда-то еще проваливаемся. А тут у нас какой-то типа вход, что ли? Да, интересно, такой вход получился. Вот выходим из пещерки. Ну, буквально, да, из горы выходим. И получается какой-то такой входик. Ну, конечно, это просто текстурки нарисованы так. Так, можно, в принципе, спуститься еще ниже. Можно спуститься уже до самой горы. Ох, тут даже есть... Тут даже есть земля. Довольно прикольно. Да, по всему периметру у нас вот такие горы идут. Они идут и идут бесконечно. На них забраться невозможно. И они заканчиваются где-то вот тут уже. Тут уже нельзя лазить, ничего нельзя делать. И ничего нельзя построить. Хотя это можно, конечно, исправить. Мы сейчас попробуем построить. Так, у нас постройка не работает.
Да, все-таки какой-то глюк произошел, и постройка перестала работать. Конечно, жалко, но ничего страшного, потом перезайдем, и все будет чудесно. Тут у нас вода плещется, все нормально. Можно, кстати, даже и приземлиться сюда. Сейчас приземлимся. Так, отключаем, и их прямо в водичку. Ух, да, мы куда-то падаем про текстуру. Что происходит? Тут, видимо, реально невозможно находиться. Так, мы поднимаемся уже. Там довольно глубоко, я скажу. Так, меня как-то даже трясет. Обалдеть, нас трясет. Так, хорошо, вернемся, наверное, на твердую земельку, приземлимся, и тогда нас перестанет трясти. Гора реально большая, появилась радуга, но тут ничего интересного нету. Ну, свысока Форест смотрится, конечно, мизерно. Так, хорошо, мы приземляемся. Тогда тряска произойдет. О, все нормально. Прошла тряска. О, скорость какая дикая. Давай-ка вернемся обратно. А вот, друзья, гора Фореста. Ну что, друзья, я показал вам этот чит, и вы можете скачать его в описании. Довольно интересный, довольно массивный и довольно много интересностей. Снег продолжает идти, а я с вами прощаюсь и увидимся в других роликах. Ну и с вами был Спикер, всем удачи и всем пока. Feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me.